такой руль. Сейчас, Ася. Мама, тут что-то есть. Что там есть? Вот. Какой-то ключ. Ключик, ну то, чтобы заводить, наверное, лодочку. Вот, садись, садись. Давай заведем. Давай, поплыли, Вера. Мы не поплывем, потому что там привязано. Подожди, а ты умеешь водить? Сейчас научимся, да? Я умею. Сейчас научимся. Маш, лапу убери. Где? Вот там. Лера, заводи, поедем. Та вот тоже. Бесплатно покатаем. Ключ, какие-то бинтики. Бинтики. И жвачка какая-то. Как мы будем музыку наводить-то? Ну, не знаю, не, Лер, Лерусь, Лерусь. Пошли на свое место уже, пошли. Куда капитан пойдет? Вот мое уже место. Ты тут будешь сидеть? Да, буду спать. Ты даже будешь спать? Да. Аня. Ты уточек видела, зайка? Мама. А. Мама, смотри, что дядя сказал. Что? Смотри, мама, смотри. Плыли? Да. Пока-пока. Пока, где есть. Ага. Решили мы повернуть на дядя. Значит, ребята, послушайте, шли дожди. Это горные тропинки по национальному парку. Они слегка раскиши, поэтому идти не спеша. Слушаться меня, то есть особенно там есть ступенечки зеленые и так далее. Не торопясь, помогают друг другу, особенно за детками. А, вон, ага, дальше, да. И уточки, вон, видите, только, рядом уточки. Которая перпендикулярна. Моя голова, вон, черепашки. Да, черепашки там греются, и уточки греются. Да, мы в сандалях, в шлепках. А тут бетон. А тут вот, вот такие ступенечки. Лерочка, не спеши, пожалуйста, мы сейчас до Сережу догоним и все. Давай мне ручку вместе пойдем. Если партнер возьмете украску, например, у Гоголя, Хама, потом... А где кусочек мела? У папы где-то кусочек мела, да? У папы есть кусочек мела. Где? Мы потом посмотрим. Пошли, зайка. Вон горы выработка из пещеры. Только монахи достали из пещеры. Так была вертикальная отвесная скала по 92-му углу. В углу прежде небольшой как раз вогнул вот эту скалу меловую. Была такая ложбинка, такая же нора, полтора. Мам, вот мел. Да, зайка. Ну и где он? Да я хочу здесь сфоткаться. Нет, нет, ребята, я спросила ли где-то за вход под танцом. Значит, Подорчёва есть. Оттуда экскурсии не было. Экскурсии нету, по сути. Они как братья поедутся с этими шестерами. Женщины не чистят люди, они ведутся. История следующая. Жили мамами, 12 детей. И знали, что рядом с монастырем есть еще одна пещера.
Спасибо.